Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Богу Всемогущему! Благодарю Бога Всемогущего, нашего любящего Отца, во имя Господа Иисуса Христа. Сегодняшним вечером вечерняя молитва в Туле здесь. И готовимся к собору этого года, 2018 года, который будет посвящен в этот раз преображению Господнему и нашему преображению. Преображению каждого верующего, преображению наших общин, церквей, объединений, конфессий, деноминаций. То есть всего храма, третьего храма Господнего, церкви Бога Живаго. Слава Господу! И храм Божий, третий храм Божий, созидается уже 2000 лет. Ни много, ни мало. Но в нашем человеческом, конечно, измерении это много. В божественном мало. 2 дня. Потому что 1000 лет как один день. Интересно. И вот сегодня, в начале 3000 летия, молимся мы, христиане, верные, святые, молимся, как дети Божьи, и просим действительно о том, чтобы вот это обновление, преображение происходило сейчас, в наш век, в наш час, в наших судьбах, в нашей вере, надежде и любви. Слава Господу! Благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне благословляю. Пусть Божья воля святая исполнится в наших судьбах, в судьбе каждого верующего. И хотя церквей много, конфессий, деноминаций, юрисдикций, организаций, но по сути церковь она одна. Об этом я и утром как раз молился тоже и вспоминал в видео утреннем и в вечернем этом видео. Хочу вновь об этом вспомнить и Бога поблагодарить за церковь Его, которая есть столб и утверждение истины. Столб и утверждение Его святой истины. Вся тварь стенает и мучится, ожидая откровения сынов Его, сынов Божьих. Пусть сегодня это откровение, оно придет к сынам Божьим, дочерям и через нас, чад Божьих. Божья истина, Евангелие, Царство придет в этот мир. Потому что Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их. Потому что Бог действительно доказал к нам свою любовь, отдав Сына Своего Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это Евангелие, Царство уже 2000 лет покоряет вере, покоряет любви и надежде миллионы и миллионы душ. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. И по скриптум 19 августа, воскресенье, всех ожидаю на соборе у нас в Киеве, возле станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, с 9 утра. Шалом, мир всем!